Ну что же, я думаю, вы видите, что там разогревает покрышки Крис. На старте у нас Иван. Куренбин, Иван, Питер. И я так понимаю, что поедут они вдвоем. То, что я вам и говорил, даже вот такой маленький дождь, который просто пыль припорошил, уже меняет сцепление с дорогой, уже другие настройки автомобиля, уже абсолютно по-другому ведет себя автомобиль на поворотах. А когда, представьте, когда вы весь день тренируетесь на солнце, а на следующий день во время соревнований у вас по колено воды. Ну, судя по тому, что там есть, это возможно. Подкинуть баса? Дядька, бас, подкинься! Ну что, друзья, я вижу, что пилоты уже на изготовке. Я еще раз напоминаю, какой вы дадите шум, такой и будет дрифт. Я вам прям кричу. Давайте пошумим, люди! Доброе утро! Итак, начинаем. Парные заезды. Первый этап EDC. Чемпионат Восточной Европы. G-Drive Drift Minsk. Первая пара уже на старте. Иван Куренбин, город Санкт-Петербург, и Евгений Сатюков, город Москва. Ну что, погнали. Первый боевой заезд. Иван Куренбин, Евгений Сатюков. Слушай, перерыв вам пошел на пользу, друзья. С таким шумом они реально нас услышат внутри машин. Хорошее расстояние на разгоне. И постановка. Смотрит постановка. Смотрите, как близко Ваня Куренбин. Но чуть-чуть затыкается. Чуть меньшим углом пытается догнать, но зарывается, мне кажется. Здесь, жертвуя траекторией, Ваня едет близко. Опять затравнять и выровнялся очень сильно. Очень большая ошибка совершена. Он реально ехал очень близко. Очень близко, и ошибаться, когда у тебя такой уровень езды, просто ну крайне обидно. Ну что, пары меняются местами. Come on. Айк, ты занимался танцами в детстве? Итак, второй заезд, друзья. Ну, Евгений Сатюков также настроен очень сильно. Едет хоть не без коррекции, но близко. Посмотрим на синхронную перекладку. Есть! Женя держит хорошее расстояние. Перекладка есть! Ну что, дождемся судейского решения, или мы сами все поняли, да? Кто за кого?
Не слышно вас. Евгений Сатюков, топ-16. Ваню жалко, к сожалению. Ну, не получилось, бывает такое. Прям бывает такое. Ну что, такой дрифт нравится? Ай, дальше больше, дальше больше. Смотрите, цыпленок подъезжает. Мы недавно слушали, как девушка изображала звук автомобиля Мазина. Сейчас проверим, похоже или нет. Ну что, Брест, Минск, такой заезд у нас. Это опять же прогрев, как вы догадались. Смотрим, постановка, в зоне постановки УАЗик. Сейчас он должен дернуть ручник. Ну что, я услышал в рацию Айка, что судьи готовы. Понеслось! Мазин ведет сейчас. Очень большое расстояние на входе. Женя просто физически не может его догнать. Ну, здесь просто такое. Очень большое расстояние друг между другом. Я так понимаю, это разница в силе автомобилей, да? Ты не думаешь, что у меня комплекс, что я свыше стою, мне посмотреть хочется? Я реально не задумывался об этом, понимаешь, даже пока ты не сказал. Серьезно тебе говорю. Мы себя ведем очень. Ну тут и в силе автомобиля, конечно. У Жени вчера была проблема, ему турбину меняли, он еще что-то делал с двигателем. Он сам собирает свой автомобиль, поэтому... Не всегда все получается так, как ему хотелось бы. Давайте поддержим, ребят. Второй заезд, я так понимаю. А что произошло? У Мазина какие-то неполадки, я так понимаю, да? Мазина нет на старте. Слушайте, у Мазина нету крыши. Надо ему поаплодировать, он точно нас услышит. Вчера, когда у нас был парад по городу, записывались пилоты. У меня на листочке было написано «Мазин» и вопросительный знак. А потом я на брифинге спрашиваю, говорю: «Андрюха, а что за вопросительный знак?» «Если, говорит, дождь будет, я не поеду». Дождя не было, мы поехали. Проехали 5 минут, и как залило. Андрюха даже отпускает газ, чтобы пропустить Женю, у которого просто недостаток мощности. Не позволяет ему уехать от своего соперника даже в дрифте. Здесь видим, что Андрей... со своей задачей справляется намного лучше. Здесь в конце Женя Лазеба по внутренней траектории проехал. Он не должен это делать. Ну и, в принципе, не дожидаешь, опять же, решения судей. Но все-таки я дождусь. Ну надо, 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 надо. Ну что, кто Андрея поддерживает? Кто за Андрея здесь болеет? Кто за Мазина? Андрей Мазин, топ-16. Но... Следующая пара. Сейчас будет интересный заезд. Павел Бусыгин и Сергей Кабаргин. Две супры. Сергей Кабаргин, команда Evil Empire. Город Санкт-Петербург. Павел Бусыгин, город Москва. Gorilla Energy, Toyo Tires команда называется. Это прогрев, опять же.
А знаешь, почему нас проносит? Потому что все говорят нашу коронную фразу. Знаешь, какую? Туча пошла! Туча еще пошла. Всем привет! Айк! Ну что, Сергей Леонидович в первой дуге, за ним Павел Бусыгин. Ошибается сначала Павел, потом Кабаргин. У судей будет очень неоднозначное решение по этому заезду, потому что и тот, и другой пилот совершили энное количество ошибок. Ну, надымили. Надымили прям. Слушай, но я, честно говоря, не знаю, как ехал пилот за господином Кабаргином, потому что он ехал просто в тумане. У него есть только один вариант. Ехать близко, чтобы видеть хоть что-то, своего, да, соперника. Иначе он просто... Иногда пилоты, рассказывая такие жесткие заезды, когда просто в белом тумане, они едут просто как на автомате, по памяти. Пытаются это делать. То есть как только он отпускает интуиции, автомобиль, да, чуть дальше, он... Он просто в дыму начинает теряться. И все. Нет, ну сейчас, по-моему, крутой был заезд. Надо поаплодировать, было здорово. Ну что, поменялись пилоты местами. Второй заезд в этом тандеме. Сергей Леонидович очень близко ставится. Начинает подкатывать к своему сопернику. Первая дуга точно за ним. Смотрим, перекладка. Не потеряется ли он? Есть синхрон! Давай! Отлично! Ну что, великолепный заезд второй. Вот это да! Вот за таким дрифтом мы здесь. Вот здесь я буду ждать решения, потому что оно неоднозначное. В первом заезде накосячил и тот, и другой. Важно, насколько, в какую сторону квалифицировали данные ошибки наши уважаемые судьи в лице Аркадия Цареградцева, Максима Миллера и Мантаса Кузьмарскиса. Ваши аплодисменты им. Да, судьи надо поддержать, решение будет крайне сложное. Кабаргин! Да, вы все поняли. Топ-16. Следующая пара выезжает на старт. Дальше у нас Феликс, я так понимаю, и едет он. А ты фамилию можешь выговорить? Я первые два года не мог выговорить. Слушай, я тебе больше скажу. Ты так вот со своим это, Вася, делаешь красиво его фамилию, да? Я тренировался. Я первые два года говорил Феликс Чпрахавян. Чпрахавян. А как Потом правильно? Надо. Чити Паховян. Вот это, да? Чити Паховян, Вася. Да. Ну, сложная фамилия, достаточно редкая. Коренной белорус, Айк. Прогрев, почему-то только одна машина, второй нету даже на старте. Сам, кто бы вы думали? Брестская ракета. Чудесный цвет автомобиля. Еще Айк, хочу... слушай, извини, можно я воспользуюсь вот такой минутой? У меня тут жена не верит, что я работаю. Подожди, я на громкую связь включу. Друзья, где мы? Давайте крикнем, где мы? На дрифте. Эй! Она просто думает, что ты с телочками где-то тусишь. Стопудово, да? Козел. Спасибо вам. Ну что, как-то отстает Феликс. Держит на расстоянии Руслана. Но сейчас начинает догонять. Русел! Ну, этот заезд пока за Брестом, я думаю, что... Я не знаю, насколько выполнил задание брестский пилот, но
было явно видно, что Феликс отставал. Не получилось у него. Брест! Руслан славится своей непредсказуемостью вообще абсолютно. Но вот как бы и то, о чем я сказал сразу же. Нету стабильности. Я думаю, что мы будем ждать решения судей. Итак, пилоты готовы. Полный перезаезд. Есть. Феликс Чтипахавян и Руслан Курлович. Русел! А кто-нибудь за Феликса болеет там? Феликс! Расстояние сумасшедшее вообще. Очень непонятно, на разгоне получается. Сначала Русел едет медленно, Феликс его начинает отпускать, и тут резко Руслан начинает отрываться на разгоне. И дальше, конечно, Феликсу очень проблемно его догонять. Слушай, ну я скажу, что это такой брестский приемчик. Причем брещане сами себе, это читеры. Слушайте, я здесь вижу, что люди как-то переживают, а вот та половина трибуны вообще вы с нами, эй? А та VIP-трибуна, люди, вы как? Прикольно. Поехали, второй заезд. У Руслана в первой дуге есть... выравнивание. Прямые колеса я видел. Но едет он близко. Но все расстояние в первом заезде, которое он раздобыл, это было на разгоне. Что мне очень не нравится. Контакт. Был контакт. И тут... нет, контакта не было, видимо. Вот она, брестская ракета. Брест, он вас слышит, эй! Конус застрял под кузовом автомобиля. Феликс Чтипахавян топ-16. Вот так. Феликс топ-16! Вы же понимаете, что это ничего не поменяет. Итак, на старте два сокомандника. Каминский. Команда Дрифт Легион! Слушайте, может, какого рока послушаем? Не хотите? Да? Да, тогда руки поднимите. Ваня! Ваня, ты нас слышишь? По машинам. Ваня, меняй музыку, люди хотят. Давай рока, рока какого завалим. Давай такого, знаешь. И все остальное. Ваня, если нас слышишь, сделай звук тише, например. Отлично, Ваня нас слышит. Сейчас он там подберет нам. Дадим мясу в массы. Мяско в массы. Вот тут пух летает, и я вспоминаю песню «Иванушек», да? «Тополиный пух», «Жара», «Июнь». Любимая песня Аика в детстве. Да, это было... мне сколько было? Лет 15-16. Так давно это было. Где мои 16 лет, правда, Артем? Мои не так далеко, как твои. Ну что, поехали! Андрей Пискарев в зоне постановки. Постановка есть. Артем Каминский пытается его догнать чуть меньшим углом. Ай-яй-яй, и здесь ошибаются. Ошибается Андрей Пискарев.
Подожди, он несло Каминского-то, правильно? Артема же унесло. Там унесло одного внаружи, второго внутрь. Я, то есть, я понял, думаю, что судьи сейчас... Мы сейчас попросим повтор. Да, слушай, Айк, у тебя есть такая функция? Есть у меня такая функция. Он просто скрывает много. У меня God Mode чит, знаешь, можно засейвиться два раза. Да. Так, можно повтор? Но я думаю, что повтор мы посмотрим, если и посмотрим, да только после второго. После заезда, да. После второго заезда, да, потому что происходит все наоборот сейчас. Артем впереди, но у Андрея колоссально мощный автомобиль. Очень долго он к нему привыкал, и почти середина сезона, можно так назвать. И вот он только сейчас начал на нем нормально ездить, без поломок. Три раза плюнул. Ну что, есть хорошее расстояние. Артем зарывается чуть-чуть. Андрюха сидит на хвосте пока. Но здесь отстает. И вот... И шум, люди! Не совсем заезды получаются. Посмотрим, что решат судьи. Я, честно говоря, не знаю, как вы, а я жду миллеровский палец вверх. Типа... Миллер, давай палец вверх! Кто-то скандирует. One more time! У меня такое имя, когда кто-то вдруг в магазине кому-то на ногу наступил, и еще они говорят, ай, я отворачиваюсь и понимаю, что это не мне. Потрогай человека, Айк. One more time, говорят опять! One more time! Посмотрите вот туда, на судейский мостик, можно это так назвать. Миллер, можно повторить для нас вот этот жест твой? Он мне очень нравится. А он не слышит нас. Максим! Миллер! Миллер, повтори вот так! Yeah! Я думаю, что ты можешь каждый раз делать это, когда у вас такое решение, все будут на вас смотреть. Да, мы смотрим и ждем, это будет круто, да. Поаплодируйте а судьям. А пока прогрев громко. Иво Цирулис. Город Рига и Александр Денисов, город Курск. И они встречаются где? В город Минск! Ну что, вы готовы к заезду? Вообще не замолкайте, никогда. Это же дрифт. Здесь можно выйти и поорать, в конце концов, вдоволь. Обалдеть, какое расстояние при постановке. Ведь, ну, это... Или это проблемы с автомобилем, или просто проспал старт. Просто разный скилл пилотов. Его очень сильный пилот приезжает к нам уже не первый раз. Ну и, конечно же... Его соперник не может догнать, пуздать ту агрессию, которую его Цирулис просто выжимает из своего RB26. RB26 это мотор объемом 2,6 литра. Ну и ты думаешь, что с такой огромной турбиной размером ведро. Но мы сейчас посмотрим, как справится Ива с другой скоростью. Обгонять там все-таки нельзя. Надо попытаться повторить движение впереди идущего. Ну, вы видите сами, как справляетесь с этим Иво. Я думаю, что местами едет две педали. Прямо прицепился к своему сопернику! Перекладка! Мне кажется, вопросов
Слушай, никаких нет. Я тебе скажу так. Я и вот Цирули стоп-16. Я смотрю на судейский мостик, и когда судьи аплодируют, мне кажется, это здорово, да? Ну, поэтому еще один пилот в топ-16 уже известен. Прогревочный круг. Я вижу Валентин Бородавка на старте. И... И чемпион России Евгений Ружейников поедет с Валентином Бородавко. Валику сложно придется. Дрифт Легион, поддержите своих, белорусы. Ружье сейчас будет выдавать, конечно. Итак, первый заезд. Валентин у нас сейчас будет лидировать. Будет вести. Очень близкая постановка. Посмотрите, что происходит! Вот это дрифт! Чемпион России показывает сумасшедшую близкую езду вообще. Но ошибается! Ошибается! Я думаю, здесь надо побольше аплодисментов. Он шел на риск, и риск не оправдался. Вылетел он, это ноль. Валик справлялся со своей задачей как положено. Блин, дайте очки потягать кто-нибудь. Я не могу уже смотреть. Ох. Слушай, Ваня Икс-Фейдер, тут человек стоит все время и говорит: дай мне баса, дай мне баса. Подкинь пару брикетов звука. Вань. Ну, хоть так. Второй заезд. Как тебе моя чечи? Ой, блин, очень большое расстояние. Большой. Очень огромная разница в мощности автомобилей. Валик догонять пытается, но это крайне сложно. Тут я думаю, что не только в мощности. Мощность у Валика тоже не маленькая, но, видимо, что-то со стартом у него не получилось. Но я, конечно, боюсь предполагать за судей, но я хочу... Евгений Ружейников во время старта не совсем соблюл данную... One more time! Задел и сместил несколько конусов. Судьи выносят решение. Вынесли. Миллер уже размахивал своим этим. Я понял. Миллер там крутит пальцем. Божьим пальцем. One more time, друзья! One more time! Итак, Ростислав Панфилов и Иван Савич. У Вани, кстати, первый в жизни парный заезд, наверное, я не знаю. У него первое соревнование и первый заезд парный. Он попал в квалификацию, это очень круто. Ваня молодец, надо поаплодировать. Вот он едет, как раз седьмой номер. Как бы к таким очкам не привыкнуть-то?
Я ей Берна за это дам, чтобы она не обижалась на меня, а то без очков стоит. Я очки у девушки взял, надо ее угостить чем-нибудь, держи. А ты иногда и женские очки носишь, да, я так понял? Ну, это случайно. А ты, я смотрю, прическа у тебя странноватая такая. Так, слышь ты, маленький злой армянин, перестань. Драка, кто-то кричит. Он борец, сломает меня к чертям. Ну что, парный заезд, поехали. Ростислав Панфилов, Иван Савич. Ваня, конечно, не достает эту мощную М5. Но Ваня идет, Ваня, кстати, выполняет то, что надо. В 39-м кузове очень мало машин в дрифте. Она тяжелая такая, такая же жирнуха. Парный дрифт не совсем получился. Но дрифт был! Ну, музыка такая, знаешь, вот 8-летней давности, 10-летней давности такая. А, обиделся. Ваня, Ваня X-Fader на самом деле намного старше, чем выглядит. Понимаешь? Ему 47, да. Да, ему 8 лет назад все было в порядке. Ему было как тебе, так точно. Сейчас. Поэтому, ну, 8 лет назад. Второй заезд, друзья. Может, пожестче музыку, нет? Нет? Может, пожестче? Просят жестче. Ванек, жестче! Есть какой-нибудь там, я знаю, Нирвану включи. Слушай, что-то произошло, я вот пойдет Нирвана? Давай, Нирвану завали нам. Ты лучше объясни мне, что произошло. Сейчас я не понял, что, почему. Да, мы отвлеклись от дрифта. Голос уже, у меня не получается. Громче, громче, давай, громче. Yeah! Я в розовых еще, очках, давай, еще. Нирвану, давай. Вот скажите, Ваня красавчик, да, как прямо на свадьбе. Приносишь 100 тысяч и говоришь, поставь, братан, Нирвану вообще. Это у тебя, да, это у тебя на родине Нирвану так на свадьбах делают. Ну что, заезд. Очень близкая постановка, посмотрите. Я думаю, стоит аплодировать. Я думаю, что Ваня там прямо сейчас ему мокро там где-то. Он никогда не ощущал, чтобы за ним так близко проезжал его соперник. Он очень-очень волнуется. Это был просто Джон Миллиметрон. Громче! Вот так разминулись. Ростислав Панфилов, топ-16. Ваши аплодисменты Ване Савичу. Впервые вообще в своей карьере он выступал на официальных соревнованиях, прошел квалификацию и сделал так, что его соперник смог ему довериться и такой крутой заезд проехать. Это на самом деле тоже многого стоит. Вот сейчас был повтор вот этого вот, вот этой перекладки супер близкой. Точнее, наше все заклинание реально не каркай, работает. Не каркай пока. Вот там кого-то показывают из вас. Помашите руками. Девушка в розовом. Я тебя вижу. Ну, трибуна, отреагируйте же как-нибудь. Я опять в блатную зону пришел. Как вам вообще дрифт сегодня?
техпарке все растоптали уже? Да? С Форсбергом все потрогали его вот этого американского места там ущипнуть? Было? Я предлагаю отключить ему там колонки, за рыжую бороду потягать. Пускай с ними разговаривает, да? Ну что, спешу на дрифт у тебя написано, да? Спешу на дрифт. Украли у нас девиз. Вот так вот. Вот эти наши украинские друзья. И дата у вас неправильная. 28 июня у нас третий этап велком чемпионата Беларуси. Гродно. А если кто из Украины, итак, в Киеве на чайке 28 июня, очень крутой дрифт-ивент должен быть. Поддержим наших украинских друзей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой близкий дрифт, какой близкий дрифт! Близкий, но Ружа сдирает. Ой-ой-ой, что делает Ружейников? Я не знаю, мне кажется, ружье как-то зарядился не теми патронами, он стреляет в промах. Близко, но в промах. Жарко, да? Главное, сухо. Жарко. Это хорошо, когда жарко. Я не знаю, я предпочитаю, пусть будет вот так жарко. Лето должно быть жарким. Тем более у нас сезон дрифта. Через 2 недели Гродно. 25 июня у нас будет Логойск, ночной дрифт. Смотрим, смотрим, смотрим. Айк, прости, что перебил. Да что же это такое? Но... Что, еще один one more time? Третий и последний? Ну, посмотрим, что скажут судьи. Валик нервничает. Слился Валик, нервничает. Валик, да, Валик нервничает. Да. Не нервничай, Валик! Я еду с Евгением Ружейником, как мне проехать? Проехать, Валик, просто проехать! Валик может, ну, поаплодируйте же, друзья. Будем ждать мы решения судей. Я все-таки хочу видеть Миллера палец в воздухе. Вот мне передают, что Ружейников снова сбил конус на разгоне. Он получил предупреждение сейчас и будет рестарт последнего заезда. Там нужно сделать вот так, потом стартовать, чтобы... Второй смог тебя догнать, потому что реакция всегда такая. Первый стартует, и все равно через некоторое время стартует второй. Эту систему, между прочим, придумал сам Крис Форсберг, и она используется в Формуле Дрифт Америки уже второй год. Рестарт второго заезда, то есть первый заезд остается, второй рестарт. Ну как же напряженно у них-то все, а? Поехали. Поддержим, друзья. Поддержим! Вот сейчас в порядке. И здесь Ружейников выстреливает. Валик, нужно проехать! Нужно близко проехать, Валик. Проехать — это не тот вариант. Но здесь огромное расстояние. Тут такое. Ружейников первый заезд едет близко с ошибками. А второй заезд Валик не может его догнать. И судьи сейчас решают между ошибками траектории и ошибкой расстояния. Я буду слушать, что они мне там скажут. Но было же круто, да? Было же круто. Ну что? С ними не поспоришь. Теперь мы начинаем. ТОП-16! Вот еще один one more time, никакого прогревочного, просто у Андрея. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что ж там происходит вообще? Ошибается Тёма. Ошибается Тёма.
Все, поменяли повтор. Пытался его догнать Каминский и ошибся сильно. Ну, здесь Андрей будет держать, наверное, расстояние, хотя нужно ближе, ближе, ближе. Мы же любим близкий дрифт. Ну что, отличный заезд. Андрей Пискарев, топ-16. Итак, Евгений Сатюков и Сергей Сак выставляются на старт. Первый заезд топ-16. Смотрим. Женя держит неплохое расстояние. Здесь Сергей сбивает фишки, мне не видно, за линию трассы он или нет. Близко. Слушай, я знаю, что мы давно не говорили. Вот этот дождь, ну, надо опять. Туча! Туча! Пошла вон. Одному чуваку все-таки зашло это, слышишь? Ой, ну это реально одному понравилось. Он просто... То есть у тебя крутые шутки есть там? Да, один. Одному понравилось. Одному круто. Понравилось. Я люблю так шутить вообще. Обычно один это я. Правильно. Итак, второй заезд, друзья. Пелита, вас не слышно! Как-то очень большое расстояние. Вы все сами видели. Я жду решения судей. Мне кажется, что в пользу ЖЖ. Потому что в первом заезде Сергей все-таки совершил такую досадную ошибку. Хотя судить трудно, потому что мы не видим, выехал он за линию или нет. Он конусы мог сбить бампером. Ждем, судьи смотрят. Мы с вами были совершенно правы. Евгений Сатюков, топ-8. Ну где ваши аплодисменты? Следующая пара на старт. Итак, первый заезд. И что-то там сразу же происходит с постановкой непонятное. Прямо во время заезда происходит, вы видите, что с небом. Шипов быстрее поставился позже, чем Кабаргин. Я этого не понял. Судя сами сейчас недоумение, что происходит. Скользко очень стало. И уже надо дресселировать газом, а не ехать фулл троттл. Я думаю, для пилотов такая же была неожиданность, как и для нас, вот это вот с неба. Поэтому мы один из самых интересных заездов посмотрели вот в таком вот виде. Очень странно. Туча!
другая скорость абсолютно сразу же. И вы видели, что пилоты ошибаются по очереди. По очереди ошибаются, тяжело контролировать автомобиль. Давайте поаплодируем пилотам, потому что это реально сложно. Это реально сложно переключиться сразу же. Но представьте, что вы ныряли в бассейн, а по ходу вашего полета он замерз к чертям. Ну, другое приземление будет немножко. Слышь, у X-Fader рок закончился. Да я думаю, мы рок включили, дождь пошел. Ваня в теме просто начал хип-хопом качать да, сейчас... сучи. Сейчас черные разгонят будут вот небо. Так делать. Ну хватит уже, все поняли, ты здесь главный, хватит. Мы еще раз посмотрим этот сумасшедший заезд. Итак, на старт выезжают. Феликс Читипахавян и Крис Форсберг. Ну же, кто тут за Криса болел? Давайте поддержим. Такой медленный, не спешащий дрифт стал, да? Но я же говорю, вот так меняется... Условия дорожного покрытия. И посмотрите. Потерялся Феликс в траектории. Но при этом Крис едет. Громче! Jump around! Пытается все-таки пилоты показать... Все, что возможно, но условия не дают этого делать. Ваня, давай громче сделаем, да? И... Чапурал! Чап! Ну что, едем? Второй заезд. Очень большое расстояние, но пилоты не рискуют. Нету зацепа просто. Они не могут разогнаться. Ну, Крис грамотно все проезжает. Здесь он догнал Феликса. Ну, и я думаю, что безоговорочно мы его увидим в топ-8. Жду подтверждения от судей. Все-таки от Феликса был контакт в предыдущем заезде. Ну, Форсберг кричит мне, ассистент сегодняшних наших судей, судья чемпионата Беларуси по дрифту Денис Родёнчик. Ваши аплодисменты тоже, он делает большую работу. Ну, в первом заезде вы видели Феликс Читипахавян из-за линию траектории выехал. Здесь чуть до контакта не довел, ну ошибся. Наделал делов, поэтому Крис Форсберг топ-8, Никита Шиков и Сергей Кабаргин. Полный перезаезд, смотрим. One more time. Чап. И посмотрите, на каком расстоянии Сергей держится. Воу. Перекладка.
гасится на перекладке, здесь очень внутрь. Но вытягивает, еще раз перекладка. Ну что, вполне неплохо на мокром покрытии. На мокром покрытии, ну, хватит очень уже, даже. Хватит, я не знаю. Вот если перестанет, через 10 минут будет сухо, асфальт горячий. Эй! Оу! Эй! Оу! Эй! Давайте со мной! Оу! Эй! Оу! 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 И опять дождь. И опять дождь, сильный дождь. Это очень усложняет движение. Но посмотрите, как близко! Как же близко! Это достойно аплодисментов, причем бурных, друзья, бурных! В принципе, два крутых, хороших заезда были. Я такой голодный, мне тут булочками пахнет. Попкорном. Попкорн, да, ты а в теме. Ты просто жрать хочешь, на самом деле. Никита Шиков в топ-8! Yeah. И перезаезд Мазин-Самошка. А, не перезаезд, тогда был прогрев. Сейчас без прогрева. Парням будет очень сложно сейчас без прогрева, но таковы правила. У них был прогрев. И разворачивает сразу обоих пилотов. Ну, разворачивает первого Самошкина, и Мазину ничего не остается. Поэтому здесь да, ошибка Мазин Димы делает. Самошкина. Я сделаю, как туда пришел. Вот как у Артема прическу зато могу сделать, да? Ну, давайте еще раз. Туча! Солнце! Давайте, ребята! У вас получится этот заезд наверняка! Очень не торопясь, очень вальяжно. Мы когда сегодня устанавливали шатер, где Ваня Иксвейдер сидит, он сказал: «Лайк, ты чё, они до меня долетят?» Я ему сказал: «Нет, Ваня, видишь, никто не долетит. Да еще перед тобой там столько людей собралось, что до тебя не дойдет». Ну, я понимаю, что в этом заезде Андрей Мазин топ-8. Ха! Мазин топ-8. Ха! Да, так и есть. Следующая пара. Ха! In here. Lose control. My body is all. Я вижу, его Циролис выезжает на старт. Его соперник Максим Шатило. Народ, давайте активнее, давайте руками помашем, я не знаю.
Амин, амин, амин. Все! Все! Громче! Еще раз! Ваня, а ты как чувствовал, да? Ай-яй-яй-яй. Солнце! 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 Мы сегодня поклоняемся Богу Ра. Пойдет такое? Будем звать солнце. Everybody! Get stupid! И еще раз все вместе! Ха! Ну давайте активнее, давайте, 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 не оставай! Уже вроде солнце выглядывает, сейчас высохнет трасса. Ха! Так, пилоты на старте, старт дан. Максим Шатило первый, его Цирулис будет его преследовать. Посмотрим! Еще раз! Хорошее расстояние на разгоне. Его очень настроен агрессивно. Смотрим, постановка есть в дверь. Посмотрите, держит, держит угол его Цирулис. Смотрим, смотрим, смотрим. Вы посмотрите, его Цирулис просто не отставает. Ну что, это просто практически идеальный заезд второго пилота. Только без дыма. Абсолютно полностью под своего соперника. Поставился в двери по возможности Щемилова. До конца. Ну что, как вы думаете, увидим еще дым сегодня? Увидим дым? Услышим запах покрышек? Да? А малой спит реально, да? Давно? Класс. Что? Второй заезд. Ну что, второй заезд. Максим Шатило пытается поставиться так же близко и теряет контроль над автомобилем. Что-то пошло не так. Я думаю, Максу можно поаплодировать за старание. Это было здорово, но, конечно, второй пилот был очень крут. Очень крут, и вот он рядом с нами. Поздравляем его, Цирулис. Топ-8. Кусок кабаргина, да. Да, кусочек, маленький кусочек кабаргина. Он у меня до сих пор дома висит, как трофей. Он вместо брелка носил кусок бампера. Но тут бампер большеват, у меня нет столько ключей. Друзья, ну что, у нас чемпион России и чемпион Республики Беларусь. Вот такой заезд двух чемпионов! У нас же сегодня еще Суперфайт Тандем есть такое новшество. Победитель квалификации, это Сергей Сак, может выбрать любого пилота и с ним проехать после финалов. А пока заезд, Ружейников ставится близко, потом отстает, сбивает конус. Вишня! Вишня! Непонятно, что делает Ружейников. Ружьем психанул. Вишня должен был ехать широко, ехал широко. Ну не знаю, судим виднее, сейчас посмотрит, второй заезд будет. Push the button.
Второй заезд, Вишня, второй. Громче, очень, громче, громче, очень громче, близко! Громче! Очень близко! Ну, друзья, я не знаю, что скажут судьи, но что думаете вы, кто выиграл в этом заезде? Кто-то показывает one more time, но я слышу, что большинство уверены, что это был Вишня. Вишня топ 8! Вишня, красавчик, топ 8. Что-то слабо аплодировали. Вишня, топ 8! Итак, вижу, Андрей Пискарев выезжает на старт. Oh, the button. Итак, Андрей Пискарев и Головня Алексей! Пошумите, люди! Ай, я вижу, что кто-то за Алексея, кто-то за Андрея. Вы посмотрите, что Андрей делает! Посмотрите, что происходит! Андрей Пискарев, красота! Чуть раньше перекладку Андрею надо было делать. Ну что, могут белорусы, правда? Вау! Вау! Между прочим, он едет с чемпионом Украины и бронзовым призером EDC 2013. Слушай, я тебе скажу, что Андрей сам, наверное, удивлен. Давайте Андрею Пискареву поаплодируем. Это было очень круто. Он ехал с чемпионом Украины. Не так с каким-то, а с чемпионом Украины. Итак, теперь Андрей ведущий. Андрей впереди, Чепа позади. И тоже очень близко! Это пока самый... Самый крутой заезд вообще. Парням, видимо, дождь, но все равно ему огромные аплодисменты за такой стайл, агрессию. Андрей, Алексей Головня, топ-8! Да, ну а Чепа у нас. Друзья, ну а у нас уже заезд. Впереди Нагула. Следом Панфилов. Переуглил Панфилов. Очень глубоко взял, но все равно нужны аплодисменты, друзья. Нагула абсолютно отлично справился со своей задачей. Ну что, давай теперь, я не знаю, там асфальт, сохни. Что нужно кричать уже, Эля? Тучи прогнали. Хочется дыма. Да? Увлеченных людей, infast.ru, Ренессанс.
Ренессанс Минск Хотел. Сеть гипермаркетов Простор. Онлайнер.бай. Новое радио. Телеканал ВТВ. Итак, второй заезд этой пары. Ростислав Панфилов, Дима Нагулов. В первом заезде Панфилов ехал близко, но он жертвовал полностью траектории, ехал везде слишком внутрь. Это мое личное мнение. Смотрим, как поедет Дима. У Димы есть коррекции, но он пытается подкатить ближе. Здесь и здесь Панфилов едет очень-очень внутрь. Ну что же, я еще раз прошу всех фанатов Димы поаплодировать. Ждем решения судей.